записываем число. Классная работа. Ань, а какое число сегодня? 17 мая. А, класс. Скоро лето. Ага, и каникулы. Быстрее бы июнь наступил. Привет, Наташа. Вообще, как ты после вчерашнего? Я там твои сторис видела. Живая вроде. Кстати, вот мой инстаграм. А ты на пару пойдешь? Я пойду, буду спать на последней парте. Кстати, а чё ты тут стоишь? Да хочу билеты взять на экзамен. Скоро сессия. Пора начинать готовиться. В смысле скоро? Только ж март. Уже 17 мая. Стоп. А куда апрель тогда делся? Блин, ну куда они столько задают? 3 задачи по математике и 2 параграфа по биологии. Ну как мне все успеть? Доченька, ну не переживай, успеешь как-то. Я папу попрошу, он с математикой поможет. Давай. А физику? И физику. Валик! Ставьте лайк, если считаете, что вам тоже много задают. А что нам там задали? Прочитать 6 монографий, написать 24 конспекта, написать 17 лабораторных, защитить докторскую диссертацию и найти розового единорога. И все, что ли? Так мало в этом семестре? Это на завтра. А, ну такое. А, думаю, до 8 вечера все сделаем. На дискотеку я не планирую опаздывать. Во-во, меня уже парень ждет. Доченька, как ты тут? Уроки сделала? Сделала. Ну, почти. Кушать иди, макароны с котлеткой. Не хочу. А есть что-то другое? Есть. Курица жареная. Не-е-е. Могу твой любимый крабовый салат сделать. Хочешь? Папа сейчас сбегает за продуктами. Даже не знаю. Пельмени могу сварить. Пельмени уже были на этой неделе. Ничего не хочу. Чай буду. Ну, может, проголодаешься, потом покушаешь. Посмотрим. Я сообщу. Опа! А что это за праздник у нас? Не поверишь, стипендию на день раньше дали. Круто тебе. У тебя хоть стипендия есть. Ладно, пойду себе ужин готовить. Ролтон? Ролтон. У Светки из 6-й комнаты. День рождения. Ты бы зашла, там, говорят, даже пельмени будут. Ничего себе, пельмени? Я их уже, наверное, полгода не видела. Так, а ну, хорошо я выгляжу? Во! Так, все, я погнала. Если повезет, еще и нальют. А подарок? Стихи лучший подарок. Все, удачи мне. Все, мне хана, мне хана. Все, это конец. Что случилось? Ну, сегодня родительское собрание. Мама 2 года не ходила, а сегодня сказала, что пойдет. Боже, пойдет! И что? А то, если я ей расскажу хотя бы половину моих косяков, она сама меня об косяк убьет. Мои соболезнования, сестричка. А ты бежать не думала? Отличная идея. В Мексику. Там устроюсь на рыбацкое судно, ну или в банду какую-то вольюсь. Я вообще имела в виду пожить у бабушки пару дней. Ну, или можно, как ты сказала. Не, ну можно и у бабушки. Угу. Алло, бабуль, а можно я сегодня к тебе приду? Ночевкой? Угу, на пару лет. О, привет, Наташ. Ох ты ж ё. Привет, Марин. А мама или папа дома? Нет. Фух. Я вещи теплые возьму. Если что, ты меня не видела. А что случилось-то? Да меня отчисляют, походу. Вот-вот. В монастыре годик-другой отсижусь. Ну, а потом мама, может, и остынет. Беги, я ее задержу. Лена, а ты после школы куда? Да хз, может, в универ какой-то поступлю, ну, если экзамены сдам нормально. А ты? Да тоже хз, учиться впадлу уже, может, работать пойду. Сань, а ты куда? Да вот думаю, там, в
политех податься. Ну а что, потом хоть работу можно найти. А может, мы вообще свой бизнес на троих замутим? Точняк! И будем бабки рубить. Предлагаю вейп-шоп. Огонь! Все, так и сделаем. А вы напишите в комментариях, какая у вас работа мечты. Я, например, мечтала всегда стать балериной. Девочки, а вы после универа куда потом? Ну как куда? Куда и все. Свободная касса, кричать. Думаете, вообще нет вариантов? Есть, по специальности можно пойти. Ага, и с голоду сдохнуть. Да типа сейчас мы едим нормально. Тоже верно. А я думаю, может дальше учебу продолжить? Че, реально? Ага, ну если выживу после третьего курса, конечно. Наташ, а ты после универа что делать будешь? Пить буду. Ну это ясно. А потом? И потом пить буду. Ну а потом? И потом буду. Пока все это не забуду. Потом встану, рожу умою и начну жить по-новому, если получится. Алло, мамочка, а как у тебя дела? Что у тебя с голосом? Мамочка, мамочка, пообещай не ругаться. Что ты уже натворила? Ну вот, ты уже ругаешься. Ладно, я не буду ругаться. Мамочка, тут такое дело, у нас была контрольная по алгебре. Так. И там вообще весь класс плохие оценки получил. А ты? А я только не кричи, мамочка. Говори уже. А я тройку получила. Алло, мам, мам, мам. Мне пизд. Ну как, Наташ, чё, сдала? Да, фух, дай отдышаться, самой не верится. Курить будешь? Не, все, я походу бросила. А так на сколько сдала? На 4, прикинь. На сколько? А как так? Да ладно бы, учила. А так просто сдать, фух, это надо отметить. Так, где наша Сашка? А, она еще сдает. Сдала, сдала, я на 3 сдала! Девчонки, нам физру последним уроком поставили. О, класс! Мы в бадминтон поиграем! Ну или волейбол. Погнали переодеваться. Че у нас там последней парой? Физра. О, свалим. Ты еще спрашиваешь? Конечно, свалим. Доченька, уже поздно. Ну хватит уже учиться. Не, я еще немного поучусь. Мне надо сдать этот экзамен на отлично. На 100 баллов. Понимаю. Ну еще ж целых 2 месяца. Я хочу пройти всю программу 2 раза. Ладно. Может тебе репетитора нанять? Давай. А лучше по каждому предмету отдельно. Сашка, а ты учила вообще? Не. Лен, а ты учила? 2 билета. А там что? Билеты были? Ага. 200 штук. Что ж. Не, ну как-то сдадим. Говорят, Игорь Михайлович, ну, очень уважает 5-звездочный армянский коньяк. А кто такой Игорь Михайлович? Препод наш. Мы ему сейчас будем экзамен сдавать. Прикольно. А я думала, у нас сегодня женщина принимает.